Хотите гонять по пересеченной местности или оттачивать реальные навыки? Тогда ТТР-125 – это то, что вам нужно. Благодаря компактности, небольшому весу и удобной посадке он отлично подойдет как для начинающего покорителя лесов, полей и треков, так и для более опытного гонщика. Мощный четырехтактный 125-кубовый двигатель позволяет этому мотоциклу развивать скорость до 80 км в час. Фитбайк оснащен рамой птичьей клетки. Благодаря использованию двигателя в качестве силового элемента рамы получается очень легкая и жесткая конструкция. При собственном весе в 67 килограммов ТТР-125 способен перевозить до 120 килограммов. На питбайк установлена телескопическая вилка перевернутого типа, что существенно увеличивает ее рабочий ход. ТТР-125 так и подбивает зажечь в поле или на треке. Он просто создан для покорения бездорожья.